Около 50 участников новочарской школы проходят допризывную подготовку под руководством действующего сотрудника полиции, участника боевых действий Антона Мадонова. Навыкам скалолазания и строевую подготовку осваивают мальчики и девочки от 9 до 12 лет. Альпинистское снаряжение и другое оборудование для занятий Антон Мадонов закупил на средства гранта у Доканской меди. Его проект конкурса «Вершины» стал единственным победителем в Каларском округе. Грант в 200 000 рублей освоен в полном объеме на благо будущего подрастающего поколения.